Нападут, как только увидят. Наслаждаешься гостеприимством турсов? Я хотел тут кое-что стащить, но попался. Тот дверк внизу, мой хозяин. Он зовет меня Крака. Я один из тех, кто вторгся в эти земли. Дверги храбро бились и ранили меня. Я превратился в ворона, чтобы выжить. Скави нашел меня и забрал себе, думая, что я простая птица. Он меня выходил. Не зная, кто ты на самом деле? Не обрадуется он, если узнает. Неважно. Сокровище здесь. Хочу принести его Скави. Он спас мне жизнь. Ты поможешь мне? Мне нечем тебя наградить, но вот у Скави что-то да найдется. Повезло тебе. Сокровище уже у меня. Прошу лишь об одном. Отдай его Скави. Ты не хочешь отдать его сам? Я и так был для него обузой. Не хочу, чтобы он знал, что помогал врагу Двергов. Он этого не заслуживает. Так и быть. Удачи тебе, Крака. И тебе. Thank you.
Ну, не тяни чудо Асгарда, говори. Вот, у меня для тебя кое-что есть. Что? Это не может быть. Откуда у тебя? Я же говорю, я умею удивлять. Да уж. А Крака, мой ворон, он наверху? Я нашел Краку. Он помог мне найти сокровище. Но он избрал собственный путь. Улетел на юг. Ясно. Доброй дороги, друг. Твой наруч. Он помог тебе подняться наверх. А в чем дело? Хочешь, усилю его в знак благодарности? Как усилишь? Приходи ко мне в кузницу, и я покажу. Конечно, любой достойный кузнец такое сможет. А если еще найдешь сокровища на камнях в небе, приноси, посмотрим, что я смогу с ними сделать. Хорошо, тогда до встречи в убежище. Здесь лучше не шуметь. Thank you.
Не стоит привлекать внимание. Приветствую, Хави. Ты здесь случайно не за контрактами Реды? Приходи еще. Здесь опасно. Что мы сидим, когда глот уже близко? Нашлись самоцветы? Вот, держи еще самоцветы, Дверг. Как блестит. Посмотрим, что я смогу найти. Как сидел в своей любимой таверне в Ульдере. Ой, сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Столько дружбы не думал, что у меня уже в мозоли. Ха-ха, здравствуй. Да улыбнется тебе удача, как улыбнулась мне. По твоему виду даже и не скажешь, что твой народ в беде. Конечно, это трагедия. Но в жизни всегда нужно искать крупицу золота. Здесь я счастлива, как никогда.
Расскажи о себе. Может, и у меня на душе полегчает? Я кузнец. Не хуже наших мужчин. Но попробуй, докажи им. Если у тебя нет бороды и волосатых ручищ, никто и не поверит. Сперва дела шли скверно. Работы не было. Эти болваны никак не хотели обращаться к женщине-кузнецу. И тут началось вторжение. Мы ушли в убежище, и я здесь единственный кузнец. Уж теперь-то меня заметили. Лучшие доспехи, острые мечи. Теперь все хвалят кузнеца Эльгу. Печально, что для этого стольким пришлось погибнуть.
Еще что-нибудь нужно? Ну, прощай. Вижу, ты стоишь на твердой земле. Хави! Как приятно встретиться с тобой там, где не витает смерть. Вот, в знак благодарности за спасение. Ну хорошо, это мне пригодится. Смотрю, ты жив и здоров? О, я обязан тебе жизнью. Эй, смотрите, вот о ком я говорил. Еще чуть-чуть, и меня б зажарили. Вот твоя награда. Крайне щедро, знаю. Бери. Ни слова больше. Буду ждать от тебя того же. Зеленая пыль. Она здесь повсюду. Эту мерзость и свиньям не скормишь. Хочешь помочь нам? У тебя нет с собой еды. Это Хари. Гляжу, снова ты. Достаточно. Столько тружусь, что у меня уже Рано или поздно Глот все равно найдет нас. У нас без тебя. Хорошо ли идут дела здесь, госпожа? Куда лучше прежнего. Смотрю, с нами теперь Ас. Ты же избавишь нас от этой рыжей ведьмы, верно? О ком это ты? О Бейсе, дочке Сурта. Она взяла в плен много двергов. Молю, всеотец, помоги нам. Приводи хоть весь Асгард, прошу. Что еще известно тебе о Бейсе? Только то, что пока она жива, мы останемся здесь. Помоги нам! Поговори с Брамером. Если он еще может говорить, пьяница. Ты расскажешь увидеть вежчик о том, сколько у нас еды и питья. Я занят. Пытаюсь надраться. Тащить целую хижину толстых двергов, как по мне, такая ноша... Ищешь работу? Реда с радостью поможет тебе. Веселись. Хочешь улучши корабль или нет? Мне все равно. Твой азарт воистину заразителен. Правда? Как мило. Покупать что-нибудь будешь?
Дай взгляну на товары. Что-нибудь? Я еще. Я занят. Пытаюсь надраться. Оставь нас. А смех это уже легче. Погоди немного. Мне нужно закончить работу и что-нибудь поесть. Ради всех нас, уходи отсюда. Оставь нас. От смеха на душе легче. Спасибо, Гунан. Пожалуйста. Слаще, чем жаркие губы Фреи в ночь нашей любви. Даже немного жалко великанов наверху. Да уж, здесь гораздо веселее, чем там. Тебе подготовь. Пойди к мне. Зачем? Может, потом я не проснусь. Славное местечко. Тут меньше стреляют. Хави! Как тебе наше уютное убежище? Подсмотри, это тебе благодарность за спасение. Да, здесь легко позабыть о бедах снаружи. Спасибо, твой дар мне пригодится. Весьма пышный пир для столь тяжелых времен. Есть досыта, пить до пьяна, любить женщин. Скажи, чего еще можно желать? Быть может, в чем-то ты прав. Но мне пора. Я красиво трезвый, но пьяный прекрасно. Чем я могу помочь? Что-нибудь еще? Я еще. Иди дальше, пожалуйста. И вот снова ты. Как погляжу, с местными ты не ладишь. У них каша в голове. Пируют да поют, пока рушится мир. Прежде я делал оружие для воинов, а не ложки для обжор. Когда-то мы были могучим народом. Ростом не вышли, а вот находчивости нам было не занимать. Но любовь к своим творениям ослепила нас. Мы размякли. И когда напал враг, от топоров и молотов уже не было толку. Без боевого духа-то. Вот так. Я за... Ну что, ты наконец-то согрелся? А, я надеялся, что ты зайдешь к нам. И раз я наконец-то могу вымолвить пару слов, не стуча зубами, спасибо. Без тебя я замерз бы насмерть. Держи. К сожалению, награда не слишком достойная, но больше у меня нет. Она точно мне пригодится. Спасибо. Тебя не...
Бедные дверги могут так много гадить. До встречи. Асы давно бросили нас. Но мы же их союзники. Они нас не подведут. За тобой не следили? Весьма неплохо. Еще. Вечный круг. Это место для двергов. Как же спина болит. Лучше не зли меня. Не уйдешь, пожалеешь. Гадить. Вроде я тебя знаю. У меня хватает дел. Хочешь помочь нам? Хочешь пособить нам? Асы давно бросили нас. Но мы же их союзники. Они нас не подведут. Посмотри вокруг. Здесь только сокровищ, что и не пересчитать. А в рот положить нечего. Что толку от вещей, если они не приносят счастья? Люди важнее всего. Что здесь было до того, как вы тут поселились? Казна. Когда пришли турсы, сюда послали воинов охранять ее. Как будто богатства могут быть важнее жизни. Мы пришли сюда в поисках защиты и остались... Вокруг несметные сокровища, а нам нечего есть. Вот это лучший из моих воинов. Мне нужно сделать пару изменений.
еще? Держи. Это Хами! Отрадно видеть. Не мешай мне. О, владыка Асгарда. У меня тут пара контрактов от Реды. Каждый достоин тебя. Спасибо, что берешься за это. Мы тебе всегда рады. Себя хуже троллей. Ah.
Стань моими глазами, Сюнин. Хави! Сюда! Ты Кара, верно? Значит, ты все-таки помнишь. С чего бы мне не помнить своих валькирий? Прошло много веков с тех пор, как Один, сын Бора, отец Тора, вспоминал о своем долге. Говорят, теперь он все больше печется о будущем, хочет сбежать от судьбы. Прикуси-ка язык. Как прикажешь, мой повелитель. Теперь о твоих трудах. Это поле битвы приносит плоды? Меньше, чем хотелось бы. Многие погибли, но не как герои. А те, что выжили, хвастают ранами на спине, а не на груди. И какая мне от них польза, когда наступит Рагнарёк? Тебе нечего бояться. Я подготовлю их к решающей битве. Может, я смогу помочь? Как? Пусть моя доблесть в бою станет для них примером. Хочешь поведать им о былых подвигах? Ха, даже мы, валькирии, больше не верим в эти сказки. Так построй арену, где я, Хави, владыка Асгарда, покровитель всех героев, воссоздам свои самые славные деяния. Как все было на самом деле. Ну, по крайней мере, будет весело. Что ж, владыка Бахвалов, арена ждет! Напомни мне, что здесь делают? На этой арене ты можешь поведать о своих подвигах и сразиться со старыми врагами, чтобы вдохновить Эйнхериев перед Рагнарёком. И, конечно, просто чтобы позабавить меня. Покажи мне, что я получу в награду. Это достойный выбор.
У тебя все равно не хватит денег. Я расскажу тебе историю. Послушаем, как ты ее приукрасишь. С великим предвкушением. Расскажи о своей победе! Внимайте саги о моей первой встрече с повелителем Муспельхейма. Воина.
Кави! Сюда! Я расскажу тебе историю. Послушаем, как... С великим предвкушением. Посмотрим на твои подвиги в бою. Внимайте саги о моей первой встрече с повелителем Муспельхейма. Надо проникнуться болью! Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Вскоре передо мной возник свирепый турс, пылающий огнем изнутри. Надоело! Убей уже! Славная была битва, согласитесь. Не часто приходится видеть столь легендарные битвы. Сюда!